У Гомельском районе сегодня стартовал 16-й международный взлет юных врятувальников пожарных. Он проходит на базе специализованного лицея при Университете громадянской обороны МНС Республики Беларусь. Церемонию открытия наведала Ганна Каральчук. Представники 13 краин, а это больше, как 140 удельников, приехали в Гомельский район, как провести тут 8 насыщенных и цікавых дён. В составе каждой команды 10 человек. Это активные хлопцы и девчата в возрасте от 11 до 17 годов, а так само дорослые, лидеры руху юных воротовальников. Некоторые удельники приезжают на взлет что год, как встретиться со своими старыми сябрами и познакомиться с новыми. Мы познакомились с Казахстаном, Беларусь. Грузии, почти все. Экскурсии были очень хорошие, были на много мест. Было очень хорошее, мне очень нравится, и я рад, что еще раз я могу здесь. Познакомились со всеми странами, которые участвовали в прошлом году. Было весело. Соревновались мы, потом дружили, играли вместе. На каждый день взлету подрыхтованы особный план, в котором разные выпробования и конкурсы по основах безопасности жизнедеятельности и оказания первой допомоги, пожарная эстафета и туристическая полоса. Але международный взлет не просто споборництво дитячих дружин. Это еще интересный эдукационный форум. Подчас открытия на территории лицея разгорнулся шмат пляцовок, присвеченных ходу малой родимы, на яких гостей знакомились с белорусской историей и культурой. Более 20 лет мы работаем с ребятами нашими белорусскими. И, конечно, по предложению наших же детей мы эту ситуацию несколько расширили, видите, предложили, и вот 16 раз проводим международный слет. Конечно же, это и обмен мнением, прежде всего, это хороший отдых для ребят, это новое общение, новые друзья, и, конечно, сегодня очень важны вот эти международные связи, как наша страна развивает, со всеми сотрудничает, как отдельное ведомство, и, конечно, здорово, что и дети имеют такую возможность. А кроме споборництва, удельников чакая яскравая культурная программа, познавальные экскурсии, конкурсы и выступления, подчас яких яны доведаются об традициях и культурных особливостях краин удельниц. В первый день взлету каждая команда презентовала себя на сцене национальным танцем, а на взамен отримала от примаючого боку Беларуси символ оберег домовика. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадіокампанія «Гомель».